Ребята переживают не лучшие времена, но поиски новых побед продолжаются. Один X-файл может перевернуть игру, а значит истина где-то рядом. Ты можешь победить вместе с нами, если ты один из 1X. Ты когда в последний раз была на Battle Rap мероприятии? Лет 7 назад, наверное. Лет 7 назад. Изменилось ли что-то за 7 лет? Я постарела. А кроме этого? Все остальные постарели. Хуёво. А в плане ощущений? Ну вот, честно говоря, я как человек, который до этого не был на батлах, там и те, кто остальные не были на батлах, они, может, думают, что здесь царит атмосфера агрессии, накала. Как ты прокомментируешь это? Ну, это не так, мне тут добренькие ребятки. Я, если честно, пришла, тоже думала, что тут все будут, типа, на пафосе, такие классные. Но нет, они такие все милые, обнимаются, классные чуваки. И нет какого-то барьера между людьми не из батл-рэпа и из батл-рэпа? Нет, нету. Охуеть. Толерантные. У твоей оппонентки есть фит с Хайдом. Это давит на тебя? Нет, но это классно, конечно. Я была удивлена. Надо спросить у Ирен, как влияет на жизнь человека фит с Хайдом. Мы, пожалуй, сейчас этим и займемся. Good luck. Можно буквально один вопрос? Как меняется жизнь человека после фита с Хайдом? В положительную сторону. Все прекрасно. Как было прекрасно, стало еще лучше. А когда ты в последний раз была на Battle Rap мероприятии вот до этого момента? Очень давно, году в 15-м, наверное, я предполагаю. D-Light. Аренда съемочного оборудования по оптимальным ценам. Регистрируй свою анкету на сайте dlight.rent. Йоу, всем хал, друзья, это Кубок МЦ, я его ведущий МЦ, спасибо. Москва, как слышно? Перед началом этого батла я хочу сказать спасибо нашим друзьям, которые помогли организовать этот ивент. Они помогут выиграть и тебе, если ты один из... Ссылочка в описании, переходите по QR-коду, получайте бонусы от наших партнеров. Также я должен поблагодарить наших друзей, которые помогли нам сегодня с оборудованием. Это D-Light Studio, Москва, Краснодар, Воронеж, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Лучшие цены, лучшее оборудование, лучшее качество. Обращайтесь. По промокоду КубокМС вы получите 20% скидки. Дайте шуму нашим друзьям. Я хочу представить нашего диджея. Сегодня за пультом диджей-шеф. А сейчас к батлу. Это BPM батл в формате Queen of the Ring, где столкнутся две представительницы прекрасного пола. Девушки, представятся. MC слева, представься. Чурдаль. MC справа, представься. You're a bad girl. Окей, друзья, по результатам жеребьевки начинает Ирен. Дайте ей шума! Мама. Привет, иди нахуй, здесь тебя никто не знает. Лучше становиться раком, когда попадаешь в пару ко мне. Те, кто хочет с кайфом заценить прикольный флоу, выходить из зала, когда бич откроет рот. No name, лови член, в том ты никто на микро. Ты микроб, здесь я бог, это твой некролог. Конченый долбоёб, тот, кто на меня прёт. И ты не вывезешь меня точно так же, как и свой флоу. Называй меня дочь маминой подруги Ира. Сергей Лендваген, Сюха, это мини-туперы. Тебе не поднять меня здесь, я имею вес. Улетай домой, ищи билет на авиасейлс. Посмотри на связь, запускай тебя так, это ёбаный трэш. Я тебя бачу, чтоб не сидеть дома, а ты меня бачишь за 5 косарей. Ты не вывезешь даже часть моих куплетов. На диване сидишь ты, а мои панчи как 5 нег. Раф, она не молчит, копит ману. Русский рэп — это говно, нам не хватало баб тут. Те, кто меня не знают, кайфуют, как первый раз. Я занимаю бленда сайта, все чекают. Мой хайлайт, дыр машина, я здесь перееду. Тебя измельчаю, зови меня Шер. Ты позеленел от страха, и ноги трясутся, зову тебя ёбаный шеф. Вывези саму себе для начала по флоу. Читаешь, как будто какой-то синдром. У тебя, наверное, большая семья, ведь парень твой жалкий куколд. Это то, чего все ждали на видео. Разорву тебя на части, но ни слова про Питер. Когда откроешь рот, то мы все сразу увидим твои безвкусные текстации на Максбет и их питик. Напиши коммент, что Ирен явно выше всех, и не приплетай никогда меня в женский рэп. Напиши коммент, что Ирен явно выше всех, приплетай никогда меня в женский рэп. Ты знаешь, это правда, хочешь быть как я, но вы видели больник. Забиваю гвоздь в гроб, придавлю на газ, ноль. Опусти свою бровь или полетит нос. Попадай в топ, знаешь, это правда, хочешь быть как я, но вы видели больник. Забиваю гвоздь в гроб, придавлю на газ, ноль. Опусти свою бровь или полетит нос. Defense! 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 Defense!
Динамо Москва. Это был первый раунд. Ирен, как вам? Отвечает ей первым раундом Чурдай. Встречаю, Москва! Могу убить и ранить ритм. У тебя фаст язык, язык нитро. Дай близин, тебя полюбит мой клитор. Я тебя не видела, на тебе было пофиг. Ты упала в пару, и я зашла на твой профиль. Против меня теперь не ирописки, а профи. Потому я к тебе анфас, к ним в профиль. Но тебе беда, ведь это мой таун. My people around, только первый раунд. Буду тебя ронять, let's get now. Я буду тебя ронять, let's get now. Дело походу это там, что мы обе работаем ртом, да. Но на метро у тебя шанс зацепиться, но ты оторвешься как тромб. Меня вообще не паришь, ты ведь ты не баня. Но ты такая душная, исход летальный. Я могу завалить тебя как шакура, но лучше бы эта шкура сама завалила и пальник. Я трахну на мне в спальне, тебя вырубаю как при встречке дальней, да. Сил приложу минимально, имеешь слово, но посажу тебя, ты Навальный. Я по беду могу бегать, на тебе тоже не сложно, ведь это как по деталькам из лего. У тебя дома их много, наверное. Это не батл, это Лас-Вегас. Все, что тут было, я была мега. Ты только выпала, не вижу снега. Ты подо мной, и твое эго. Дети растут, но карьера не очень. И все, что у тебя тут, я порву в клочья. Ты в моем городе решать, здесь один звоночек. И тебе будет больно, я укушу сосочек. Я пришла сюда не на силу бить. Мы с ним трахаемся по любви. Но по закону жанра мы с тобой враги. Ебу тебя, как панина на полноги, да. Я пришла сюда не насиловать бит. Мы с ним трахаемся по любви. Но по закону жанра мы с тобой враги. Ебу тебя, как панина на полноги, да. Йоу, Москва, это был первый раунд, Чурдай, как вам? Продолжаем сразу второй раунд, Ирен, встречаю, Москва! Смотри, короче, как разъебывать-то надо, ну? Чтобы тебя вынести с бэтла, мне понадобится всего 5 минут. Техника и мощь, это мое все, я иду ва-банк, хочу перевернуть игру. Сколько бы ты ни потела, бич, там не писали госрайт. Ты не королева на бедах, а потому ты тут утонешь и заражена обоим. Что ты, типа, коник, это автомат. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Бит, это ты для тебя. Я выношу тело вперед ногами, и ты понимаешь, это прямо сейчас. В культуре нету таких, как я, больше ты недооцениваешь мою мощность. Я плотно стелю, управляю кокулью, головами людей, называй меня О-Джи. Что у тебя против меня, все, что ты говоришь, пиздешь, будто закрытие санлайт. Ты лимитатор, ведь ты имитатор, я инноватор. Ты пошла нахуй, твои треки безлики, ты не чувствуешь ритм. Те твои тексты об однополой любви, ты бездарна, даже как крик. Какая идея в тебе и протест, чем отличается последний трек от предыдущего и предыдущего и предыдущего? Они одинаковы все, это далеко не рекорд. Мое мясо это то, чем всегда кормлю толпы. Ты это дефолтная тёлка, Ира королева, выносите корону. Пока меня не было, вы чё в себе поверили? Ведь я могу забатать тут любого. Сперва перечитай тебя, забатывай стыдзал и тебя, что сидит перед монитором. Руки в воздух, ты не долбоёб. Значит, каждый понимает, Ксюха сегодня проебёт. Поднимает руки в воздух каждый, кто не долбоёб. Понимает то, что Ксюха сегодня проебёт. Поднимает руки в воздух каждый, кто не долбоёб. Значит, каждый понимает, Ксюха сегодня проебёт. Поднимает руки в воздух каждый, кто... Значит, каждый понимает, въебёт нахуй. Йоу, Москва, это был второй раунд ИВМ, как вам? Отвечает вторым раундом Чурдай, встречаем ее! Показать скилл, станут соски, овца, буду пасти. Сидеть дома, а не на троне. Ты берешь
И ноготочки, строчки создали лужу. На тебе ставлю точку. Слушала тебя внимательно. Короче, твои панчи детские. Тебе пишет дочка? Даже когда ПМС, я не психую. Это баба что-то есть, а наверху я. Не люблю рыбий запах, потому не ем ухуя. После меня девочки не подходят к хую. Алкоголь фу, сигареты фу, твой рэп фу. Это батл кунг-фу, я веду тебя к концу. Ты гетера, потому он тебе к лицу. Твой гель-клак делаешь ноготочки без дизайна. Видела твое фото в рекламе микрозайма. Ну или где меня мысли терзают. Так вот откуда я тебя знаю. Пришла показать скилл, стану цацки. Овца, буду пасти, сори, прости. Пришла показать скилл, стану цацки. Овца, буду пасти, сори, прости. Йо, Москва, это был второй раунд, Чуртай, как вам? Отвечает ей третьим раундом Ирен, встречаем ее! Давай, Майк. Ира, мама! Ира, мама! Ира, мама! Ира, мама! Мне кидают краба, пока тебя посылают нахуй, бич! Посылают нахуй. В рэпе Ира, мама, и я покажу тебе, как надо батлить. Выпуск не попадет в тренды, эй, ведь там твое ебало. Ты лучшая в женском рэпе, окей, ну а я в нормальном, yeah. Дура, это бодибэк, ты понимаешь, что я тут тяжеловес. Крип и криш, твои строки, женский рэп, как и ты вас накрыла пиздой. Пальцы тебя, твои тексты пульпит, я могу удалить, но без анестезии. Немного работы, я не стоматолог, но теперь ты можешь спокойненько сплевывать. Зачем тебе это, мы не можем батлить, мы не весь из ТНТ, ну куда байка нахуй. Никто не замечает твой талант, это просто факт, слушай реакцию зала. Так шикарно она поет, но, увы, это могут все. На тебя невысокий спрос, в русском рэпе лишь гейский секс. Говори, что писала тексты для Бузовой Оли. И понятно вдруг стало всем, почему ее треки говно. Это хук снизу кверху полетела, твоя челюсть у тебя грустный конец, как будто рейтинг по мечте. Кто ты? Это очевидно. Быстрый слон тебя уносит, РЛМ, богиня. Зацелит от двойных ты не сможешь, увы, я смогу научить. Смотри, как делать фильм, будто фильм визовимый. Сверху вниз уже выебан бит, ты лежишь подо мною. Ты фейк, ничего своего, убери с треков мастеринг. Ты ноль по вдоль, чупа бабкам, которые несет хип-хоп. Если б на них жила, ты сгинула с голоду. Ты батлишься, сыры хаваешь. У тебя нет выбора, в этой битве тебе нет респекта. Мои треки бомба, давай за дефой. Чё по просмотрам с ютуба? Чё по монетизации? Чё ты молчишь? Знаешь, ты твой рэп никому нахуй не сдался. Вынести с батла тебя легко, как мокрую суку два пальца. Чё ты молчишь? Знаешь, ты твой рэп никому нахуй не сдался. Эй, чё по просмотрам с ютуба? Эй, чё там по монетизации? Эй, хули молчишь? Знаешь, ты твой рэп никому нахуй не сдался. Эй, вынести с батла тебя легко, как мокрую суку два пальца. Эй, чё ты молчишь? Знаешь, ты твой рэп никому нахуй не сдался, сука. Йоу, Москва, это был третий раунд, Ирен, дайте шума! Отвечает третьим завершающим раундом Чурталь, Москва, встречаем ее! Батл-рэп переживает времена не лучшие, да? Батлится ассистент врача и маникюрщица. Пиздец. Женский рэп есть, и это не новость. Закрой свой рот, я вижу кариозную полость. У тебя четкая дикция, не отнять это. Ведь ты тренировала речь во время минета. Ты так проста, тебе не нужна инструкция. У тебя лишь одна рэп, нет, репродуктивная функция. Владеешь языком, и я сильно в этом искусстве. Уйду по-английски, переведи на русский. Для тебя это конец, для меня начало. Это площадка разжигания мира. Тебя вызвали, и ты примчала. Ты дешевая рэп-эскортница, Ира. Это бой стойкий, зачем мне переходить партер? Ты так слаба, тебя в эту яму сбросила Спарта. И, кстати, от тебя так странно пахнет, будто ты вернулась после того, как тебя послали нахуй. Видела, у тебя есть дети, значит,
Блин, в твоем инстаграм для мужа нет места. Но из фото с братом снова запахло, но уже инцестом. Ты второсортная, муж твоих песен в ахуе. Чтобы не забухать, съебался работать на вахту. Но Ира крутая, ничего не боится. Я тебя схаваю, как кусок пиццы. Твои ноги колесом, а член мужа тонкий, как спица. Гладжу вещи на доске, твой муж дома гладит доску. Ты в гостях у меня в Москве, сосни этот раунд как соску. Гладжу вещи на доске, твой муж дома гладит доску. Ты в гостях у меня в Москве, сосни этот раунд как соску. Раз-раз. Йоу-йоу, Москва, это был третий раунд. Чурдай, как вам? Москва, этот батл судится. И первым я хочу вызвать сюда всем вам хорошо известного победителя первого Фрешблада, победителя Beats and Vice, победитель всего, что возможно, и просто наш хороший друг Никита Алфавит. Дайте шума ему. Йоу-йоу-йоу. Спасибо, девчонки, потрясающий батл. Знаком с творчеством Ирен довольно давно. Мы с ней коллеги по онлайн-баттлам. Познакомился с творчеством Чурдаль сегодня. Под бешеным впечатлением нахожусь. Давайте пошумим для обоих девчонок. Потрясающие. Короче, вот. Мое суждение будет аргументировано тем, что, как мне кажется, прелесть баттл-рэпа в твоем стратегическом мышлении. То есть ты должен вычислять сильные стороны соперника и их контратаковать. И несмотря на то, что у Чурдаль было много цепких строчек, как и некоторое количество водянистых, Ирен славилась всю жизнь своей супертехникой, и как будто она вот этим задавила весь сегодняшний баттл. Чурдаль в первом раунде оппозиционировал ей пиздатой техникой, но потом в следующих она как-то более на расслабоне выдавала. И я сегодня за энергетику Ирен отдам свой голос. Так, 1-0 за Ирен. Второй голос отдает Никита Ноунейм. Дайте ему шума. Всем салют, Москва. Рад находиться здесь. По батлу мне, честно, понравилось прям. Я ожидал меньшего. Тут получилось столкновение технического арсенала и, можно сказать, со стилем. И в данный момент мне был ближе, честно, стиль. Более цепкие были панчи для меня. Поэтому я дам свой голос Чурдаль. Дабы сохранить интригу. Ну что ж, решающий голос, как бы, кто бы вы думали, его отдает. Это негласная королева батл-рэпа Мирику Джима. Девчонки, спасибо, было очень круто, правда. С Ирен, точнее, с творчеством Ирены знакома давно. И могу сказать то, что, ну, ты оправдала мои ожидания, ты была супер техничной. Первый раунд я даю тебе, Чурдаль, я даю второй раунд. И третий раунд я тоже отдаю Чурдаль, поэтому я считаю, что победил Чурдаль. Сейчас будет. Я уже чувствую этот хейт. Друзья, спросим ваше мнение. Начинала Ирен. А отвечала ей Чурдаль. Еще раз Ирен. Чурдаль. Это был Кубок МЦ. В этом батле 2-1. По мнению судей, побеждает Чурдаль. Подписывайтесь на канал. Ждем вас здесь. Йо, Москва, шума!